Всем привет, вы на канале Ice. Сегодня я вам расскажу о жизни Lunacom до того, как она стала известна. Ну а если вы не подписаны на мой канал, то обязательно подпишитесь, ведь мы идем к 15 тысячам до Нового года. Ну а теперь я вам пожелаю приятного просмотра. Эвелина Тарханова родилась 26 июля 2000 года в городе Димитровград, Ульяновская область. Там есть поселок Новая Майна, она оттуда. Некоторое время жила в Самаре, потом переехала в Москву вместе со своим парнем и двумя котами. Сейчас же до сих пор живет в столице. Детство и семья. Детство у Эвелины было обычным, она его провела в деревне. Мама работала на заводе, и ей было очень сложно следить за дочкой и работать, поэтому девочка жила у бабушки до 9 лет. Папа небольшого роста, тоже работал на заводе и иногда воровал, из-за чего имел проблемы с криминальным миром. Его Эвелина не видела до 15 лет. Родители расстались почти сразу после рождения ребенка. В 15 лет он назначил дочке встречу, но только чтобы она помогла ему не платить алименты. Эвелина жила с отчимом, который работал в РЖД. Отчим сразу не взлюбил девочку. Он настаивал на том, чтобы она училась в школе-интернат. Образование. Эвелина училась в двух школах-интернатах. Сначала в Пензенской области, а потом в Самарской. Там она жила и уезжала только на выходные. Девочка была рада этому, потому что пока мама была на работе, отчим избивал ее и унижал. Он говорил: «Какие у тебя широкие плечи, да кто с тобой встречаться будет, ты похожа на мужика». Только спустя 5 лет издевательств мама девочки подала на развод, когда поняла, с каким зверем они жили все это время. Он бил и своего сына. Неважно, закончив 9 классов, Эвелина хотела поступить в театральное училище, но туда берут только после 11-го. Поэтому она платно училась на юриста в колледже, но ушла оттуда после 3-го курса, потому что не смогла оплачивать учебу. Творчество. Во время учебы в колледже Эвелина стала вести свой инстаграм. Тогда ее парень Влад подарил ей рекламу у инстасамки. Даша ее обманула, взяла 2000 рублей, но не разместила рекламу. Под угрозой полиции девушке удалось вернуть деньги. Тем не менее, Тарханова продолжила выкладывать видео на тему отношений, ссор и дружбы. Это очень понравилось пользователям. Люди стали подписываться и комментировать ее посты в Instagram. Потом она перешла в TikTok. Там Эвелина набрала за один только месяц 1 000 000 подписчиков после переезда в Москву. Личная жизнь. Эвелина Тарханова с 15 лет встречается с молодым человеком по имени Влад. Он работает в интернет-автомобильной сфере. Они познакомились в колледже, на тот момент ему было 18. Их отношения длятся уже более 6 лет. Девушка называет их сложными. Ребята часто ругаются на фоне того, что Эвелина очень активная, а Влад семьянин. Ему нравится больше времени проводить дома. Тем не менее, она видит в нем будущего мужа. Это ее первое отношение. Ну а сейчас она продолжает выкладывать видосы и радовать своих подписчиков. Ну а на этом мой видос подошел к концу. Если вам все понравилось, то с вас лайк и подписка на канал. Всем удачи, всем пока. У меня интересная коробочка. Underground. Что такое Underground? О, это после... Что такое Underground?